Приветствую вас на канале Бисероплетение. В этом мастер-классе мы с вами сделаем вот такие симпатичные серьги из беконусов, ронделей и бисера. Эти серьги плетутся очень просто, и буквально за 10 минут вы сможете себе сделать вот такую симпатичную пару сережек. Если они вам понравились, то давайте приступим к нашему мастер-классу. Для плетения нам понадобится чешский бисер номер 10, прозрачный, рондели диаметром 2 на 3 мм, также прозрачные, граненные, беконусы диаметром 6 на 6 мм, беконусы диаметром 4 на 4 мм, леска тоненькая, мононить 0,1 мм, швензы, гвоздики, вот такая петелька на них, обязательно она должна быть, чтобы зацепить сюда нашу лесочку, и иголка. Отрезаем 60 сантиметров лески, на леску набираем иголку. Делаем такой набор. Набираем сначала прозрачную бисеринку, затем набираем большой беконус, прозрачный рондель, большой беконус, прозрачный рондель, маленький беконус, прозрачный рондель, маленький беконус. Затем набираем прозрачную бисеринку, маленький беконус и прозрачную бисеринку. Вот такой получается у нас набор. Опускаем весь наш набор практически до самого конца лески. Остается у нас буквально там 10 сантиметров. Берем нашу швензу-гвоздик и входим иголочкой в эту петельку. Проходим иголочкой снова по всему нашему набору. Вот так. И выводим леску. Мы пропускаем вот эту прозрачную бисеринку и проходим снова вверх через весь этот набор. Снова мы проходим в ушко нашей швензы. Смотрите, чтобы леска не запуталась за этот гвоздик. И снова опускаемся вниз по всему нашему набору. И выводим где-то вот таким образом. Не до конца доводим. Перед последним ронделем выводим. На оставшийся маленький кусочек мы набираем иголочку. И иголочкой мы проходим через беконус и рондель. Вот таким образом. Чтобы наши две лески встретились. Вот так. Две лесочки у нас сошлись, но перед тем, как завязывать, посмотрите, чтобы сережка была свободная. Она не должна быть сильно туго затянута, потому что тогда ваши бисеринки вот так вот скрутятся и съежатся, и будет некрасиво. А так, смотрите, она свободно себе ровненько свисает. И теперь мы можем сделать несколько узелков, но при этом сильно леску не затягивая. Маленький кусочек лесочки мы обрезаем. Основным концом лески мы проходим через беконус. И прячем наш узелок в этом беконусе. Подтягиваем его, чтобы он запрятался внутри. Обрезаем леску. Вот, смотрите, очень быстро и просто у нас получилась с вами вот такая сережка. Точно по такому же принципу мы делаем вторую сережку. И у нас получается вот такая симпатичная пара. Буквально несколько минут, и у нас получаются очень красивые и симпатичные серьги. Их длина 4,5 сантиметра. По такому же принципу вы можете сделать серьги любой длины. По примеру, с правой стороны я сделала сережку немножко длиннее. Добавила сюда один беконус большой и еще один маленький беконус. И где-то на 1 сантиметр у меня сережка получилась длиннее.
То есть она где-то 5,5 сантиметров. По такому же принципу плетения вы можете сделать себе серьги любой длины. Также вы можете использовать не только беконусы, но и другие бусинки. Круглые, рондели, овальные, какие вам нравятся. Если вы помните, я также делала вот такие сережки. Точно по такому же принципу, только делала из плоских овальных граненных бусин. Тоже вот такой вариант неплохо смотрится. Так что я вам сделала еще один вариант, только с беконусами. Какой вам вариант больше нравится, с такими бусинками и делайте. Я надеюсь, вам понравились эти серьги и этот видеоурок вам был полезен. Если так, то под видео не забывайте поставить лайк или дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, если хотите увидеть еще новые мастер-классы по бисероплетению и не только. Делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Я вам желаю отличного настроения, хорошего плетения, всем удачи, пока-пока!